Традиционно в сентябре начинается прививочная кампания против гриппа и продолжается до ноября включительно. На сегодняшний день вакцину получили более 2500 детей Ленинского городского округа. Врачи отмечают, спрос с каждым годом растет. Ребенок приходит на прием, осматривается врачом-педиатром, рекомендуется вакцинация. Если ребеночек маленький, то есть вакцина разрешена 6 месяцев, она прививается двукратно. Для более старших детей она прививается однократно. Вакцина отечественная. В детской поликлинике муниципалитета имеется в достаточном количестве. Препарат действует в течение года, а значит, в следующем сезоне процедуру необходимо повторить. Для того, чтобы формировался специфический иммунитет к вирусу гриппа А и Б. Вот. И заболев, ребенок перенес ее, либо он вообще не переносит это заболевание, грипп, да? Либо если он встречается с этим вирусом, он переносит его более в легкой форме. Есть и противопоказания, острые респираторные заболевания, обострение хронических и индивидуальная непереносимость белка куриного яйца. Проще говоря, аллергия. Всем же остальным специалисты рекомендуют незамедлительно пройти вакцинацию. Прошу всех жителей Ленинского района прийти и привиться от данной инфекции для того, чтобы меньше болеть вирусными заболеваниями. К прививочной кампании подключаются и централизованные группы воспитанников детских садов и ученики школ. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.